самые искренние поздравления с Днем города! Днем города, чебоксарцы! Стало доброй традицией День города начинать с утренней зарядки. И в этом году, смотрите, сколько много горожан собралось, чтобы набраться энергии, сил, вдохновения и также спортивно, энергично провести весь день города. Прошедший год был для нас насыщенным. Мы стали самым благоустроенным городом России. Мы вместе с вами попали в Книгу рекордов России, Книгу рекордов Европы, как самая массовая зарядка со звездой. Я хочу поблагодарить вас за ныне равнодушие, за любовь к родному городу. С праздником, дорогие горожане! Слово предоставляется главе нашей республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Дорогие шубашкарзем, спортбат услы бурнаканзем, серебурняде, шубашкархуи, пильникшер, херых пильник шу, тулдарный атпа, саламлада! Доброе утро, уважаемые чебоксарцы, дорогие наши гости! От всей души поздравляю вас с днем рождения города Чебоксары! Я благодарен всем тем, кто ведет здоровый образ жизни, кто дружит со спортом, кто занимается физической культурой и спортом. Сегодня дети, которые должны спать, с утра поднялись для того, чтобы вовлечь еще больше людей, чтобы они тоже полюбили спорт. И я благодарен всем тем, кто зажигает на самом деле для занятий физической культуры и спорта. И в конечном итоге вы учитесь управлять своим телом. Сегодня здесь покажут монахи легендарного монастыря Шаолинь свое искусство по видам единоборств, восточных единоборств, по видам ушу, как нужно управлять своим телом. Это настоящее искусство. Управлять своей энергетикой, дыхательной системой и быть всегда смелым, ловким, достойным гражданином Российской Федерации. Вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин доверил нам и оказал огромное доверие провести 9, 10, 11 октября текущего года международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», с чем я вас и поздравляю! Спасибо! Да здравствует спорт! Слава любителям спорта! Ура!
сцены, на зарядке. Я прямо около сцены. Летим.